Слегка вспотели руки, в горле пересохло неспокойно от предстоящего батла. Почтенный возраст против прогресса. Свой компьютер она одушевляет. Ну я с ним ласково, дорогой, ну ты не обижайся на меня, давай хорошо поработаем. И как действует? Да, ласковые слова всем нужны. Рассаживаются по местам, вникают в смысл заданий. В одном из вузов Саратова чемпионат по компьютерному многоборью. Участники – пенсионеры из почти 40 районов области. Мы привыкли, что главными проблемами – это лекарства, болезни, денежные пособия не очень большое. Нет, мы сегодня посмотрели. Самая главная мотивация, мне кажется, это естественная потребность общения пожилого возраста с молодежью, а у молодежи, вы сами знаете, на сегодня на первом месте, наверное, вот эти интересы в сети интернет. И они сейчас на равных говорят. Словно в школе, разве что звонить по телефону не запрещается. Конкурсанты прибегают к помощи друзей и волонтеров. Сложно выровнять текст, точнее вставить текст в программу и выровнять картинку. Да не видно тут линейки. Господи, да что ж, ну и бог с ним, закрою я его. Не может выровнять картинку в Word'е, подсказывает соперник. Николаю Ерохину 67. На соревновании он сразу на несколько фронтов. С программой первого тура справился за 10 минут. Я изучаю уже даже не знаю с какого, с 69-го года, если сам компьютер. В этих программах я сейчас, может быть, слабак, а в других вещах... Ас в том, что именуется информатикой, предпочитает разбирать и собирать компьютер, меньше работать в программах. А вот Любовь Сапитон, самая старшая из всех участников, ей 84, наоборот, изучает и Word, и даже Photoshop. Но есть то, перед чем компьютер бессилен. Вот, допустим, электронную книгу читать мне как-то не в кайф. Я лучше буду читать обычную. Вот возьму листочек, переверну, вернусь, чем... Три тура. Работа с текстовым документом, затем в сети интернет. Победители отправятся в Москву, остальные в районы. С триумфом. Ведь оставили в прошлом некогда компьютерную несостоятельность. Мария Смирнова, Алексей Бредихин, ТВ-центр, Саратов.